Казанском федеральном университете с 1 по 7 октября будет проходить марафон добрых дел. Инициатором проекта стал добровольческий центр КФУ «Планета добрых людей». Это организация, которая вот уже более 10 лет занимается в университете проведением различного рода мероприятий по добровольчеству. И мероприятия мы проводим в течение всего года, они совершенно разного формата, но этой осенью мы решили объединить все эти мероприятия в один цикл, и вот в течение недели, 10 дней, мы решили провести много мероприятий во всех институтах, адресные какие-то мероприятия, чтобы это было как-то массово, масштабно. В рамках проекта пройдут благотворительные ярмарки, социальные акции по оказанию адресной помощи ветеранам и пожилым людям. Состоятся поездки в детские дома и приюты для бездомных животных. Также будут проведены мини-лекции и акции по донорству и флешмобы. У нас есть два флешмоба, которые мы будем делать в КФУ. Это «Лента добрых дел» с хэштегом, то есть в Инстаграме «Лента добрых дел» и «Спасибо, учитель». Диана Паскарь, Ленар Давлетьяров, Универньюз.